Всем привет, уважаемые зрители! Сегодня я показываю свой аквариум в очередной раз. И показываю своего любимца. Это птерокоплихта. И сегодня, видите, он в хорошем настроении. Он сегодня добрый. И поэтому разрешает другим рыбкам. В частности, вот сейчас меченосцы красные, ананасовые. Сейчас ему чистят рот. Они ему сегодня, как стоматологи, все там вычищают, чтобы не было никаких у него остатков пищи, чтобы ничего не загнивало. А он покорно стоит. Причем можете сейчас посмотреть, насколько разрешает ему глубоко залезть. Вот сейчас фокусировку поймаю. Смотрите, он абсолютно спокойно дает им почистить. Ну, они бывают немножко наглеют. Конечно, за жабры начинают хватать его. Интересно стоит, видите. Вот такие движения, ну, такие позы. Он бывает становится редко, но становится у него, когда видно настроение появляется. Вот. И любят дать другим себя немножко почухать, поухаживать за ним. Ну, а соседи его не теряют момента, с удовольствием чистят. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, как у вас чистят рыбки рот. Будем делиться опытом. Будем смотреть, как кого рыбки ведут себя, что они делают по отношению друг к другу. Желаю вам всех благ. Пока-пока.